Друзья, всем привет! Сколько я заработал? Главный вопрос. В последних сериях уже я подсчеты не вел. Может быть, 3-4 серии назад они еще были. Я посидел, все выписал. И сейчас я вам хочу рассказать от начала до конца, где какие были нюансы, что продавалось в первую очередь, что во вторую, и сколько на данный момент банк продалось, как вы знаете уже с прошлых серий, 10 машин. Сейчас в работе, в следующей серии я покажу. По нему не так быстро все еще вымывается масло. В принципе, он уже в боевой готовности практически, но не закончен. То есть, поэтому сегодня я рассказываю. Кстати, начиналось прикольно сейчас на данном этапе. Начиналось с Citroёна, и сейчас пока с Citroёном перекрыто. Значит, первая машина была Citroёn Xara, которую первую купили. Подготовка была прям вот как по маслу все шло, там минимум было подготовки, она быстренько подготовилась, стоила 250 евро. Тут, ребят, все не выучишь. Поэтому Citroёn Xara был первый, купил за 250 евро, подготовил за один вечер, всего лишь 70 евро пошло на подготовку и продал его за 550 евро. Довольно быстро. Серия есть, как обычно, там было, и туда залезут, и сюда залезут. Следующую я купил синенькую Toyota Corolla за 499 евро. На подготовку тоже пошло немного, 125 евро. Продалась она, кстати, следом после Citroёна, продал за 1200. Но можете посмотреть, найти эту серию. Ее, по-моему, даже это был первый покупатель. Выглядел очень тупо, как будто постанова, но я сам не ожидал. Взял парниша, молдаван, по-моему, был, он прям за спиной. Вот я просто даю, беру телефон, начинаю к вам обращаться, что ребята, вот дал прокатиться, и сразу просто за спиной мне. Я тут, пацаны, катаются. Я им говорю, а я перекуп. Короче, прямо на парковке он врезался и, соответственно, тут же ее и купил. Ну и получилось без торга, в принципе, нормально продал. Затем я купил Honda Civic. Купил за 899 евро. На подготовку пошло 230 и продал ее вообще не скоро. Продал я ее по списку аж 7. Затем был куплен Passat, он же Шкуровоз, зелененький, прикольный. Всего лишь 399 евро он был, стоил. 150 евро пошло на подготовку, продал за 800. Продался он четвертым по списку. Потом Corolla серую купил, вообще мятая-перемятая. Вот если вы ее помните, забрали мы ее за 400 евро. На подготовку пошло больше, чем сама машина стоила, 480 евро. Пошло, продалась она за 1200. Заработали. Потом в промежутке еще вот как раз серая Corolla продалась третьей. Шкуровоз продался четвертым, и где-то в этом промежутке от Honda Civic, когда дали морозы, у меня отхлебнул топливный насос, который ТНВД, топливный насос высокого давления, который стоил где-то 100 с копейками плюс замена, и просто на ровном месте на 200 евро я прилип. Потом был куплен синий Passat, Passat, он же Volkswagen, Volkswagen, он же 1, 2, 3, Volkswagen, мем. За 799 евро вышел он с подготовкой мне в 1550, продался он пятым после шкуровоза зеленого и продался за 2700. Прям я даже объявление успел поставить, такие хорошие продажи, из подписчиков набрали его, он ушел. Потом купили Subaru кэшбэк зеленая за 650 евро, на подготовку пошло 400, продалась, по-моему, в течение месяца, то есть пока объявление работало, продалась за 1500, шестой по списку. Затем мы съездили вообще за 100 с лишним километров за Nissan Premier. Nissan! А это я вам на стриме скажу, почему Nissan. Будет стрим, ребят, будет стрим, я думаю, что... Я решил то, что за... в воскресенье будет стрим. Вы в комментах мне напишите, в какое время вам хотелось бы. Или в обеденное, или ближе к вечеру. А мы подготовимся, да. И, соответственно, комментики, какие вас интересуют, тоже накидывайте. Пообщаемся немножко. Так, Nissan Premier красный. 350 евро он стоил. На подготовку пошло 400 евро. Вышел он мне в 750. До сих пор не продан. Почти одна из самых живых машин, реально в хорошем состоянии, скоро уже, такое ощущение, что полгода, когда техосмотр на нем делал. Короче, он до сих пор не продан. Потом мы купили Kia Ceed красненькую за 1450, на подготовку тоже дофига пошло, 450 евро,
продали за 2000. Продалась она 8-й по списку. 6-я продалась Subaru Cashback. 7-я продалась та вот Honda Civic. Тоже долго она стояла, вообще замучила меня. И 8-я продалась Honda... Ой, тьфу, блин. 8-й продался Kia Ceed за 2000. Всего лишь плюс 100 евро. Я куча геморроя. Но, ну как, то есть окупились все вложения, потому что я там менял дверь багажника, что-то подкрашивалось, то есть, ну, быстро все делалось, и плюс 100 евро. Дальше. Ford Focus был куплен за 1800. В подготовку пошло 200 евро. Долго его продавал. Меня прям с зимы продал вот я его. Только что. Только что я продал Ford. Очередной показ Ford'а сейчас будет. Фиг знает какой, со счета уже сбился. Ну и, соответственно, ребят, на стриме я вам расскажу, почему я именно езжу. В общем, расскажу на стриме все, почему так происходит. Это есть этому очень логичное объяснение, учитывая, что народ у нас недалекий, как и везде. Не все, но большинство. Ford продал. Ой, какой молодец. Короче, Ford, мы же зимой, да, получается, покупали его, наверное? Март, апрель, больше трех месяцев, у меня такое ощущение. Продавался, но все-таки продался. Причем у меня было один интересное предложение на обмен на подобный шкуровозу Passat. И на фотоаппарат неплохой, то есть я бы мог бы поменять и делать более качественный контент, но раз это такое уже идет в личку, мне пришлось бы докидывать там порядка 1000 евро из личных денег, которых у меня и так нет. Хотя человек хотел очень сильно этот Ford, просил про обмен, но слава богу продал, ладно, а то вообще в минуса ушел. Ford продал вот только-только, ребят, продал Ford, он ушел. Все довольны, я прям, ну, стресс, реально. То есть вроде как бы это отдельная касса, которая вот растет, но сейчас. Короче, ребят, Ford продан, я просто счастлив. Касса сейчас резко выросла у меня. Ford продался. А, он уже 11 продался, да. Так, на чем я остановился? На 8-й продаже. 8-я продажа была Kia Ceed. 9-я продажа была BMW E39. Вообще отличная покупка. Кстати, если ты меня смотришь, Антон, да, его звали? Вроде да. Просто он мне накидал полный багажник ништяков, барахла, там какие-то подшипники, какие-то рычаги, которые я использовал в E39, которая у меня сейчас турбовая строится. Там оказалось, все это раздолбано, и прям вот весь хлам, который был в той 39-ке, сейчас перешел на другую 39-ку. Это прям очень классно. Я пожертвовал своими дисками, ну, я их оценил, там плюс-минус 100 евро комплект. Продалась она перекупом, объявление провисело типа 10 секунд буквально. Мне тут же мне звонят, типа, убирай. Я ее поставил за 1150 по объявлению, за 1000 отдал. То есть, в принципе, с подготовкой плюс 300 евро даже. Да. Дальше. 39-ка продалась 9-й. И 10-й продалась заброшка Opel Vectra, юбилейная, в неплохой комплектации. Вот тоже на прошлой неделе я продал. Я тебя перебью. Это юбилейная продажа. И юбилейная машина. О, прикол, кстати. Ну да, знак. Нифига себе, вот это совпадение, не думаю. Да, юбилейная, получается, 2000 edition. У нее этот самый была надпись, да, к столетию. Везде это типа 100. К столетию, блин, прикол. Вот это да. Ничего себе знаки. Но это случайное совпадение, да. Юбилейная Vectra. Десятая продажа. Вот, соответственно, на текущий момент. Сейчас монтаж просто запутается. Давайте быстренько по списку. Ксара 250 евро куплено. Подготовка 70 евро. Продано 550. Вторая продажа. Toyota Corolla 499 евро куплено. Мы будем округлять. Подготовка 125.
продано 1200. Третья продажа. Королла серая. 400 евро была куплена. Подготовка 480. Продано 1200. Четвертая продажа. Шкуровоз 399 евро стоил. Подготовка 150. Продан 800. Пятая продажа. Passat 2.0, он же Volkswagen синий, 799 евро куплен. 750 подготовка. Продан 2700. Шестая продажа. Subaru кэшбэк 650 евро стоила. Подготовка 400. Продан 1500. Седьмая продажа. Civic застоявшийся. Тоже меня, блин, вымотал. 900. 899 евро куплен. Подготовка 230. Встрял еще на 200 с бензонасосом. Продано 1350. Восьмая продажа. Kia Ceed. Куплено 1450. Подготовка 450, продано 2000. Сотик заработал. Девятая продажа. Бэха 500 евро стоила, 200 подготовка, продано 1000. И десятая, юбилейная Вектра, 250 стоила, 150 подготовка, 750 продано. Все верно, ребят. Банк 3745. Я даже заново тут все вот прям выписал, перезаписал. У меня немножко касса играла. Я же, ну, было такие моменты, когда докидываешь свои, когда машины, там, допустим, обе куплены, что-то сделано, какие-то запчасти надо покупать. Потом, когда продал, я обратно свои же выкидываю. Ну, там, блин, совсем все эти минусы, плюсы, это вообще сложно. Но все точно, да. То есть на данный момент 3700, скажем, 50 банк, и как раз 750 я отдаю, отдал, и на данный момент ровно 3000 с десятой продажи. Ну, там еще Форд будет, дальше мы с вами пересчитаем. Трешка, так? Сейчас вы знаете, что происходит? Текущая касса получается. Следующая серия будет, чувствую, оживленная, надо будет кучу всего купить. 3400, ребята. 3400. Можно уже купить 3 машины по косарю или 6 машин по пятихатке, но не все так просто. Так как я изначально брал 750, в первых сериях я брал как бы 250 в долг занимал. Потом надо было сразу купить следующую машину, потому что первая подготовилась и типа все, она продается. Что делать? Надо что-то купить. Где взять деньги? А где взять деньги? Кто бы мне еще дал деньги, если бы я не был под присмотром? Вот он смеется. Я отдаю, наконец-то, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 50. Спасибо. Ну, ребята, как? Кто еще даст? Вот, пожалуйста. И теперь отправная точка, теперь 100% с нуля, потому что вот она касса, ничего добирать не надо, ничего занимать не надо. Мы двигаемся дальше. Следующий идет, о нем все увидите, это вот фигня C4. В следующем выпуске все еще висит премьера, не продана, причем тачка, живчик. Я уже готов в минус ее продать, но да даже интереса никого нету. Приходят, что-то посмотрели, мы подумаем. Пару человек за ними ехали, уже прям бронировали, куда-то сливались. Фиг с ними. На данный момент больше всех с предыдущего видео получил лайков, комментарий Кситанин 8026. Напиши мне в инсту, я тебе переведу денежку. И в это воскресенье, ребят, я еще напишу в сообществе, наверное, следите. Я думаю, если колокольчики стоят, вам придут уведомления. В комментах напишите, в какое время было бы удобно, но не раньше часу. Я думаю, на вечер, порядка 5-6 вечера, я думаю, сделаем стрим. На стриме, я думаю, где-то 5-6 тысяч уже там накопилось в рублях. Я разыграю прямо на стриме эти деньги среди... Короче, ребят, решим с вами прямо на стриме, кому будем разыгрывать, потому что все те, кто будут на стриме, среди них точно что-нибудь разыграем. Я посчитаю, сколько там уже денег накоплено, все вам покажу. Короче, увидимся в воскресенье. Кситамин, да? Кситанин, ты мне пиши. Ребят, все, до скорого. Пока, до воскресенья. Ну, а следующая серия будет на следующей неделе. Всем пока. Чувствуете? Это камень.
Это пол бетонный. Смотри, какой камешек. Видели такой? Оу, фига. Видели такой камешек? Это что такое? Это прикол. Или это конфетка? Скорее всего, это которая конфетка. Превратилась в камень, но выглядит забавно. Это конфета. Скорее всего, даже желатиновая когда-то была. Но выглядит, как будто... Как будто я нашел... Это черные, как они называются? Горесные. Типа с лакрицы? Да, 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 да. Это когда какую-нибудь гробницу отроют, находят там какую-то херню. 100 миллионов лет назад уже были амулеты в виде автомобилей. Была цивилизация развитая, а в итоге там просто химия попала, какой-то нитрорастворитель. Поменяла чуть-чуть состав, и в итоге... Ладно, не об этом сейчас.